По игре, что можешь сказать? Оборонялись сначала низким блоком против Зенита, как еще можно играть? Вот, ну, вот эти два гола, во-первых, два стандарта. Против Зенита начинать с 0-2 уже как бы тяжело. Так, ребятами я доволен. Этим составом, которому привели, молодые, здорово сыграли, к ним претензий нет. Но ошибки были, конечно, но это исправимо, так как они молодые и впитываются. Хорошая молодежь подрастает. Коллеги, у вас есть вопросы?